Так, вот он. Мне жизнь никто не будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять Смешер, опять тебя убивать, скотина, блядь. А я Адам помню. Смешер, я так и знал. Так, так. Мне что надо? Мне просто надо вот здесь взять светошумовую гранату. Вот она. Так. Ой-ой-ой-ой, так, тихо. Так, где ты, подхиляться надо, надо подхиляться. Пока все идет по плану вроде. Ого, блядь! Ого, блядь! Это что было-то? Блин, так нечестно. Я его ковырял, а он, блядь, взял и такую херню сделал. Ладно, попробуем еще разочек. Так, ну что, Адам Смешер впереди. Гранатку мы подготовили. Прощать мне жизнь никто не будет. Сейчас быстро мы его светошумовыми закидаем. Ой-ой-ой-ой. Все равно оглушило. Ого! Ого, я сам себя оглушил. Случайно было, случайно. Так, куда ты ушел, блядь, хер?
Ого. Все, минус, блядь, два хера, блядь, с руками. Так, а ты кто? Так, тихо, мне показалось или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж за град такой-то? Ты с чего там стреляешь, блядь, пацан? Все? Найс, найс баг. Ну чё, хер, блядь. На, в бошку, блядь. Наконец-то, Смешер покинул этот мир. Ну, что скажешь, Джонни? Я уделал эту кучу металлолома. Твоя выносливость ушла. Слышишь, Смешер? Только попробуй встать. Киборг сраный. Может тебя завалить, а хер? Она, блядь. Ну как тебе, Джонни? Это за тебя. Так, теперь нужно поговорить с Юринобу. Хороший баг. Ну хотя я бы и так его убил. Я почти пришел. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Да я помню. Помню. Оставлю эту честь вам. Так, вот он, Юринобу. Жестокий конец. Ты? Я. Где моя сестра? Сестра, говоришь? Которую чуть не грохнули твои люди? Я отвез ее к себе, чтобы уберечь. Я защищал ее. Если ей что и угрожало, то по твоей вине, не по моей. Где она? Скоро будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. А это тебе не нужно. В нем одна пуля, и она не для тебя. Она вот. Для тебя. Что ты видишь? Того, кто проиграл. Одного? Я вижу миллионы. Киото. Дубай, Париж. У них был шанс. Он упущен. Шанс
Шанс на что? Забыть свой страх. Чтобы люди забыли страх, по-твоему, что? Надо их убить? Прости. Я что-то не понимаю. Страх. С тех пор, как себя помню, в одном ему нельзя отказать. Он знал, как вызывать страх в людях. Сабура. Да что такое? Однажды он мне сказал, любая ценность — это лишь флаг на ветру, а ветер — это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись и боятся до сих пор. Этих глупцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Если бы не ты, я бы все это изменил. Ха, ничего бы ты не изменил. Ты такой же, как он. Хочешь только власти. Власти? Правда. Власти. 50 лет назад террористы взорвали это здание. Да, я слышал. И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Че-че-че? Не понял. О, привет. Ханако. Нисан. Маттейтазу. Секай га кузуру сару тоги ва. Канаразу омае га соко ни иру. Ямете. Хито но мае йо. Спасибо тебе, Ви. На этом все. Мысли. Стоп. Еще нет. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдешь с Хельманом. Ну а вы? Я должна остаться с братом. Пойдем. Посмотрим, что с тобой. Ну пойдем. Только торопись, братан. Ветреная дама, правда? Ну да, есть такое. Всю свою жизнь с чем-то борешься, а потом становишься этим самым чем-то. В прямом смысле. Пока ты. Нага. Му. Скорее. Так, ну все, меня вырубило. Надеюсь, сейчас меня вылечат. И я буду жить. Деньги у меня отобрали. Что происходит вообще? Что это за место? Смотри, все получилось. Джонни, Ханако не обманула. Вот смотрю я на тебя и вспоминаю, как мы встретились. И до сих пор вижу перед собой все того же дешевого наемника и мелкого вора, который витает в облаках. Ничего не изменилось.
нет же. Брежнев не зашел бы так далеко. Он был слабоват. Пришлось стать сильнее, чтобы выжить. Ну, может быть. Зато Брежнев не переваривал предательство. Погоди-ка. Тебе кажется, что я тебя предал? Хуже. Гораздо хуже. Ты предал сам себя. В смысле, что это значит? Не имеешь права меня осуждать. Ошибаешься. Биочип перемешал не только наши воспоминания. Граница, разделявшая Ви и Джонни, уже давно, так сказать, стерлась. И поэтому ты можешь мне мораль читать? Я та часть Ви, которая оплакивает Джеки, которая орет на Брижит. Я та часть Ви, которую мучает совесть. А ты, Ви? Кто ты? Эх, Ви. Я Ви, который хочет жить. Вот-вот. Джонни тоже все свои поступки этим оправдывал. Жить вообще гораздо легче, если не оглядываешься назад и не думаешь о других. Просто шпаришь вперед и глядишь смерти прямо в глаза. Ты тут не единственный бунтарь. И не единственный, кто из-за этого наделал ошибок. Нас теперь не разделить. Ты и я одно целое. Если ты решил мне что-то сказать, значит, тебе самому важно это услышать. Я что-то не понял. Мы типа все не разъединились, так и будем вместе. Давай расстанемся друзьями, Джонни. Пожалуйста. Не думаю, что у нас получится. Джонни, я лежу в операционной. Хирурги Арасаки в эту минуту вынимают из меня чип. Ты же знал, что этим кончится. Знал, что придет день, когда я снова захочу жить своей нормальной жизнью. Да не будет никакой нормальной жизни. Они просто сейчас вырежут кусок из нас. И эта пустота останется уже навсегда. Нет никаких нас. Я Ви. Ты Джонни Сильверхенд. Ты, блядь, вообще конструкт. Ты хочешь отречься от самого себя? От того, кем ты стал? Нет разницы, продал ты дьяволу всю душу или только кусочек. Ты больше не ты. Если тебя парит, что ты снова угодишь в тюрьму Арасаки, то не переживай. Тебя просто сотрут. Ты не понимаешь, что ли? Дело не в Арасаки. И даже не в жизни и смерти. В чем же тогда дело, Джонни? Просвети меня. Дело в принципах, Ви. Только в них. Даже если ты сменишь свое тело на хром, или всю жизнь просидишь в брейн-дансе, а тебе будут судить по правилам, которые ты себе установишь. Потеряешься, они покажут путь. Расклеишься, они быстро склеят тебя обратно. Это заветы, по которым жил великий рокер-бой Джонни Сильверхенд? Этому Джонни научился у Ви. У прежнего Ви. Поговорили и хватит. Просто съеби из моей жизни и все. Прости. Только совесть-то невозможно выключить. Часть меня останется в тебе навсегда. Да, будет что вспомнить. Жалеть не буду, но и скучать тоже. О, еще как будешь. Когда теряешь друга, всегда жалеешь. Помнишь последние слова Джеки про чип? Не потеряй. Ради меня. Он надеялся, что ты не забьешь на его последнее желание. Чё ты несешь, блядь? Алло, мое тело — это мое тело. К тому же многие функции мозга еще не восстановились.
Нервные импульсы перенаправлены на нейропроцессор. Это временная мера. Когда мне ждать полный отчет? Я вышлю его в конце этой недели. Еще раз поздравляю с успешной операцией. До свидания. Так, я Варасака. Приготовьте комнату пациента. А где это? Где Джонни? Вам больше ничего не угрожает. Конструкт был удален из всех ваших энграмм. То есть? То есть мы его стерли. Я слышу... Красный? Что? Это переходная синестезия. Пришлось создать новые связи в вашем мозге. Меня сейчас вырвет. У меня... что-то с памятью. Как я тут оказался? Некоторые воспоминания утрачены, какие-то потом вернутся. Вам нельзя нервничать. Нейропроцессор и так перегружен. Любые стрессовые реакции ухудшат ваше состояние. Я все еще я? Я умер. Дважды. Все в порядке. Нет. Я чувствую пустоту. Словно меня кто-то растянул. Пожалуйста, выведите пациента. Так, а где моя левая рука? А, все. Мое тело — это мое тело, отлично. Журнал. Мы не знаем, когда и как начнется восстановление. Удаление опухоли проходило сложно. Труднее всего далась операция на энграмме. Пойдемте. Будет ли корабль Тесея разбитый и собранный заново тем же самым кораблем? Цвета какие-то странные. Мы первые, кому удалось разделить психически взаимосвязанных близнецов. Так, ну идем, охранник. Даже человеческое... Даже в Киото. Поддается скальпелю. Конец. После песни кукушки. Тоска по Киото. А где? В космосе, что ли, а? Пожалуйста, отдохните. Скоро к вам придет доктор. Так, нужно в зеркало посмотреть. Так, ладно, мое тело — это мое тело. Это хорошо. Так, отдохнуть, да? Ну окей. Полежим, поспим. Иди сюда. Что за херня, блядь? Я тебя жду. Тебя же удалили. Алло. Ух ты. Это чё, блядь? Боже, это сон был. Сообщает экстренную новость. Савура Арасака до сих пор жив. Он воскрес в теле своего сына. Генеральный директор, скончавшийся несколько месяцев назад, объявил о том, что его сознание перед смертью было полностью скопировано. Оказалось, его сознание поместили в тело его сына и наследника Йоринобу Арасаки. Эта сенсация прозвучала на сегодняшней пресс-конференции. Минасан, ираш. Софу Айок. Кареочита ханава, эда ни модоранай то итте имашта. Хито ва даре мо, моногокоро цуитта шинкан кара, си осореру моно десу. Цуи ни, джинруи сайдай но кьофу га кокфуку саремашта. Ваташи, Сабуро Арасака ва, има, муско но карада о цукай, Минасан но май ни татте имасу. Ватаси ва кацте Йоринобу ни сей о атаэ машта. Каре о айсуру чичи но таме ни,
それを返してくれたのです。私はいない間、ヨリノブは会社を返却しようといくつかの決定を下しましたが、これは過ちでした。私の指揮のもと、荒坂社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。Охереть. Просто охереть. Сегодня мы сотворили чудо, которое обещала нам церковь. Сабуро-сан. Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А как же доброе утро? Или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Я дальтоник стал. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка. Ага, я бы еще цвета отличал, было бы вообще классно. Пожалуйста, подключитесь к устройству. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. Одиссея. Дом. Город. Враг. Смерть. Принципы. Я. Предательство. Джонни. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. Что вы вообще проверяете? Уровень вашей эмпатии. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Что со мной? На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Так, ясно. Чё ясно-то, блядь? Мне скажи. Получено. Какой итог? Посмотрим. А что посмотрим? Проверка моторных функций. Встать. Я дальтоником стал. Моторные функции. Подключитесь к устройству. А что это за исследование? Пожалуйста, идите. Постепенно ускоряйтесь. Что это должно показать? Я же могу ходить. Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям.
У меня получается? Пожалуйста, экономьте дыхание. Увеличить на 3. Ой. Чуть-чуть не удержался. Бывает. Встань. Так опять Джуни. Уходи отсюда. Куда? Опять в космос ты меня попросишь выйти? Джеки. Новости на 54-м. Я Джиллиан Джордан. Мир по-прежнему бурно обсуждает тот факт, что Сабура Арасака внезапно воскрес в теле своего сына, Юринобу Арасаки. Письмо протеста против такого воскрешения подписали религиозные лидеры, известные правозащитники и главы компаний из списка Virtus.top. Это чудовище, порожденное гордыней, технократической спесью и окончательным падением нравов. Вот наша позиция. Захват власти Сабура Арасакой является явным нарушением международного права. Международный суд, безусловно, обязан вмешаться в это. Хотим ли мы жить в мире, где богатые и могущественные станут бессмертными? Где они смогут отбирать у бедных не только средства к существованию, но даже их... Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Жизнь не давай! Жизнь не... Но Сабура Арасака на эту волну возмущения дал решительный ответ. На уступки он не пойдет. Арасака шанайбу но деки годо ни каничте. Гайбу но катагата ни тоя каку юарэру суджай ва аримасэн. せを受けることに許可が必要な以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。 Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. Блин, я все... Так. Меня это начинает раздражать. Проверка может показаться утомительной, но ее необходимо провести для блага пациента. Ладно, давайте. Чего тянуть? Подключиться. Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Идем дальше. Подключитесь через личный порт. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Опять то же самое. Нужны очень точные данные. Почему я не могу собрать ёбаный кубик? Это я и стараюсь установить. Потому что я дальтоник, блядь. Ладно, поехали. Настройка устройства. Называйте ассоциацию на каждое ключевое слово. Первое, что придет в голову, понял? Болезнь. Джонни. Мятеж. Джонни. Я сама. Джонни. Сегодня. Арасака. Завтра.
Арасака. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Данные получены. Можно переходить к проверке моторных функций. Пожалуйста, встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Личный порт. Что, прошлого раза не хватило, да? Начинайте ходьбу. Это бессмысленно. Остановить. Сегодня тесты закончены. Канал связи разблокирован. Можете позвонить домой, на землю. Да, блядь, пиздец. Чё-то они хуёво всё сделали, хуёво вытащили. Так, позвонить. Новый чип Одиссея. А где телефон-то? Вот он. Нет, это огнетушитель. Где телефон? А, через... Блядь. Вот я старомодный. Керри Евродим по нам... Так. Виктор. Привет, как сам? Привет. У меня такой же вопрос. Я теперь без биочипа. Врачи Арасаки? Да. Я на их орбитальной станции. Ладно. Тогда, как вернешься, заглянешь ко мне? Тебе понадобится полный осмотр. Если честно, дела не очень. И что я могу с этим сделать по телефону? Я просто хотел поговорить, Вик. Слушай, ты же знаешь, что насчет поговорить я не очень. А Мисти уехала из города. И что мне теперь делать? Собраться и что-нибудь решить? Мы же знаем, ты вполне себе это можешь. Да. Спасибо за совет, Вик. Так и сделаю. Так, дальше. Кто тут есть? Виктор. По нам. Привет. Ого, давненько я не слышал этот голос. Как ты? Так, где Эв потерял? Короче, я... Я сейчас там, где... Очень хреново. Ну так уходи оттуда. Езжай домой. Это не так просто. Это тебе только кажется. Какой смысл терпеть то, что не нравится? Прости, Мич злится. Я перезвоню. Так, кто еще у меня есть? Керри Евродин. Привет. О, привет, Ви. Слушай, сейчас начнется последняя серия игры корпоратов. Давай я тебе позже перезвоню, ладно? Мне надо с кем-то поговорить. Я на орбитальной станции. Тут херово. Как тебя туда занесло вообще? Ну, долго рассказывать. Если тебе там херово, возвращайся. Надо сначала эти тесты закончить. Ой, да ничего тебе там не надо. Просто свали оттуда. О, начинается. Все, пока. Так, и Ханака одна осталась.
Ясненько, она вообще нахуй сбросила. Ну ладно, ложимся спать. О, цвета появились. Это же хорошо. Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. А чё он не поворачивается-то? Блять, это всё сон, что ли? После того, как новый директор Юринобу Арасака прямо заявил о причастности корпорации Милитех к смерти своего отца Сабуро. Однако внезапное возвращение покойного босса Сабуро Арасаки, кажется, сгладило конфликт между конкурирующими мегакорпорациями. Кейзоку вачикаранари. Арасака-ша но кихон ринен десу. Мушку но Юринобу ва коно котоба о васуре. Сабуро Арасака и президент НСША Розалинд Майерс договорились о личной встрече, чтобы заложить основу для сотрудничества. Первый шаг к примирению сегодня сделал генеральный директор Арасаки, выведя из Найт-Сити почти полтора десятка единиц брони. Так, опять. Эй, можно вопрос? Сколько еще осталось этих тестов? Нам нужны очень точные данные. Я так больше не могу. Когнитивные функции. Давай, давай, давай. Быстро соберу его и все. Садитесь. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Преданность. Нет. Я хочу поговорить с Ханако Арасакой. Называйте первую ассоциацию на каждое ключевое слово. Быстро и не задумываясь, да? Человечность. Я. Встаньте на дорожку. Говорите быстро и не задумываясь. Ви. Все. Когнитивные функции. Это головоломка. Все, стоп, хватит. Сука, ненавижу это место. Что тут еще сломать можно? Вымести злобу. Су!
Сука! Все, хватит с меня! Доброе утро. Пора вставать. О, какой-то новый голос. Да ладно. О, Хельман. О, не ожидал тебя тут увидеть. Жизнь полна неожиданностей. Кое-кому стоило бы прибраться. Чего тебе надо? Меня попросили поговорить с тобой. Ладно, что ты хотел мне сказать? Боюсь, я принес плохие новости. Послушай меня. Операция прошла успешно. Мы сумели извлечь биочип, но он нанес твоему организму огромный вред на генетическом уровне. Изменил ДНК. Это очень напоминает последствия лучевой болезни. С таким не живут. Значит, я все-таки умру. У нас еще остались кое-какие варианты. Варианты? Какие еще есть варианты? Операция у меня уже была. В корпорации Арасака научились обманывать смерть. Все, что от тебя требуется, это просто нам довериться. Доверился один раз. И к чему это привело? У нас существует пилотная программа «Сохрани свою душу». Твоему телу осталось уже недолго. В любом случае, его лучше покинуть. Мы создадим энграмму твоего разума и сохраним ее в Микоше. Как сохраним? Я не могу получить новое тело? К сожалению, мы пока не решили проблему совместимости. Как же у вас тогда получилось воскресить Сабура Арасаку? У тебя нет детей. И ультрасовременной клиники, которая занимается только тобой. То есть, иными словами, вы предлагаете мне сесть в тюрьму душ Арасаки и надеяться на лучшее? Скажи сразу, где подвох? Все наши условия и гарантии подробно описаны в договоре. Если хочешь жить, просто подпиши его. Вот важный момент. Оцифрованная личность по закону не имеет прав, поэтому договор оформлен как отказ от собственности. Временный, разумеется. Нет, я не хочу быть собственностью Арасаки. В этой программе участвуют известные, влиятельные люди. Ни один пока еще не жаловался. А если я откажусь? Хозяин, барин. Твои вещи уже собраны. Шаттл отвезет тебя на землю. Ты умрешь еще до начала зимы. Это нелегкое решение, я знаю. Не надо спешить. Подумай. Все, я решил. Я возвращаюсь на землю. Домой. Но там ты умрешь. Прощай, Андерс. Предложение было так себе, но... Ты сделал доброе дело. Ты сейчас вообще о чем? До сих пор смерть была для меня неизбежностью. А ты позволил мне принять ее на моих условиях. Так, сумочка с моими вещами. Это что такое? Взять кубик. Так, а где ж мои вещи? Вот она, сумка. Ну что, на землю вперед. Надеюсь, Ви мне поможет. I think your beauty will never fade away.
Нормально. Привет, Ви. Как там земля в иллюминаторе? Я слышал, красивый, но может про это нам тоже в рот, как про все остальное? Я что хотел сказать? Твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. На орбите могут барахлить. Это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения об ошибках, ладно? И когда ты вернешься, ну, то есть если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Может, даже скидку сделаю. Береги себя, Ви. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела, как вообще жизнь. 100 лет с тобой не виделась. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало, хочу просто все бросить и уехать. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что остаешься тут навсегда, как Эвелин. Короче, береги там себя. Не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Привет, Ви. Это я. Панам, помнишь? Которая с машиной. Слушай, у тебя не найдется для меня случайно какой-нибудь халтуры? Что угодно, возьмусь за все, главное, чтобы заплатили. Если у тебя что-то есть, или ты можешь меня порекомендовать, перезвони, ладно? Я буду очень благодарна. Ну вот, как-то так. Вроде бы все. Увидимся в посмертии, наверное. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, чем все кончилось, что с тобой сейчас, но если тебе нужна помощь, можешь считать наш лагерь своим вторым домом. Ты очень много сделал для меня и для моего клана. Этот долг я готов вернуть в любой момент. Удачи тебе на дороге жизни, Ви. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока.
Это бестия. Я хотела... автоответчик. А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джонни? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия. И второе. Я рада, что мы с ним поговорили. Это все. Берегите себя там, оба. Здравствуй, Ви. Как я понимаю, тебе осталось жить не более 6 месяцев. Я не знаю, как ты планируешь провести это время. Возможно, ты примешь решение все бросить, отдохнуть и подумать о смысле жизни. А может, наоборот, продолжить делать то, что умеешь. Так вот, к чему я веду. Если ты выберешь второй путь, я и мой отец будем рады предложить тебе работу. Мы хорошо платим. Эти 6 месяцев пройдут быстрее, чем ты предполагаешь. Подумай, стоит ли тратить их напрасно. Привет, Ви. На орбиту звонить дорого, поэтому я быстро скажу, что хотела. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ух. Шут, Луна и Верховная Жрица. Это очень плохие карты. Будь осторожен со своими новыми друзьями, Ви. Я серьезно. Cause we lost everything.